Это просто, ну, капец. Да? Сейчас вы все увидите, как оно тут вообще что умеет. Бомба. Да? Я в восторге. Я в восторге, он крутой. Точно? Он вообще офигенный. Миньон, печка, мангал и все остальное. Как работает, сейчас заснимем. Давай, куда нам встать? Ну, пока здесь. Значит, смотрим первое, что у нас есть. Это первым работает как печка. Откручиваем штырек, можем сверху показывать, если захочешь поближе. Сковородка у нас делает вот так, с фиксатором. Зацени, сковородка. И простая сковородка. Покажи, что там внутри. Это все работает как печка. Захочем, если кто-то захотел работать как печка, делается это все вот так. Ставим решеточку на разный уровень. Можно разный уровень дров использовать. Ну, допустим, такой. Или выше, или ниже. Отойди немножко. Ставим сковородочку. И работает сковородочка. Здесь есть поддувчик, все как положено. Если хочем, например, подогревать, и заканчивается у нас угли, ставим ее вот так, уменьшается количество жара, и оно немножко будет просто подогреваться, то есть воздух не будет идти. Для того, чтобы регулировать и контролировать воздух, покажу с этой стороны, у нас печка, вот такая ручечка. У нас здесь заслонки. Получается, они открываются и закрываются на нужный уровень. Открываются, так закрываются. Допустим, мы пожарили, и здесь можно сверху поставить казан. И нам после казана здесь угли лежат, хочется что-то поджарить мягкое какого-то. Берем такую решеточку в виде сковороды. Она немного недоработана, ну, подрихтуем, подделаем. Сюда ложим мяско и дожариваем мяско. Ну, для того, чтобы жиром ничего не делать. Так, эту решетку мы показали. То же самое можно сделать и для копчения. То есть закрываем опять нашу игрушку. Сюда мы ставим, получается, вот эту решетку. Вот. Где она тут? Вот. Сюда разложиваем жар, делаем поддувчик. А вот сюда мы ставим копчение наше, которое нам надо. Допустим, поставлю ниже, чтобы видно было. Ну, да. То есть, решетки надо еще немного подрихтовать. Ну, вот так. Теперь контролируем воздух сверху. Это мы можем немного открывать. Чуть-чуть. Вот на такой примерно уровень. И будет все коптиться. То есть закрываем. Это коптилочка. Это вторая функция. Есть еще одна интересная функция, называющаяся она здесь. Сейчас, секундочку, надо повытаскивать все. Называется она мангальчик. Так, немножко все. Через верху? Я не знаю, сейчас попробуем. Через верх и через низ. Так, это сюда. Это вниз сюда. Вот. С проворотом специально все сделано для того, чтобы оно все было классненько. Это первые функции были. То есть миньон работал как у нас печка. Но миньон может работать и как мангал. Это как? Это ложим его на бок. Откручиваем вот эту штучку, отпускаем, она здесь с боковым фиксатором, снимаем вот эту часть, открываем, видите, он здесь шататься начинается или падает, или мы на природе, то есть он будет красиво стоять. Что для этого надо сделать? Это все элементарно. В самом миньоне, если кто заметил, есть глаз, один, второй, и есть специально для этого полуоси и фиксаторы. То есть получается, это делается вот этим беленьким к нам, вот с этой стороны, ставится вот так раз и в глаз зафиксировали. И поставили его на подставочку. Открываем. И он стоит, нету никаких проблем. Сложим сюда решеточку. Это у нас решеточка для углей. Можешь внутрь посмотреть. Ну и это вторая решеточка, которую надо немножко доделать. Они чуть-чуть немного болгарочкой не доделаны. Это для
овощей для всего, для барбекю. Если захотите сделать, получается, шампура, ложим здесь шампура, здесь помещается 5 шампур. И работаем. Опять же, здесь все закрыто, здесь можно подать воздух. Высота к углям вообще отличная. Высота к углям 13 сантиметров, как положено. Если поставить вот в это направление, вот сюда шампуры повтыкать, и здесь они просто лягут, можно накрыть, и будет воздух вспыхивать, все будет работать вот так. Ручки вот эти, в принципе, они тоже сделаны не просто так, как ручки. Они сделаны в две стороны, можно было вверх, а можно вниз. То есть его можно на что-то здесь подставить или положить, когда на весу. Вот так работает эта игрушка. Сейчас соберем ее быстренько назад. Собирается вот так. Раз. Два. Да. О. Ну вот такой миньончик. Класс. Получился. Катя все запомнила, как складывалось. Как видок? Видосик? Идет еще? Офигеть. Ну, вот такая игрушка. Спасибо, Роман Михайлович, за игрушку. Спасибо, не отделайся. Да. Немножко погреть по краске, но краска сама такая. Но он когда выгорит, есть первое видео на канале, он будет совсем по-другому выглядеть. Ну да. Все? Так что всем пока. Да. Бай-бай. Ага. Классная игруха для ребенка.